Здравствуйте! Здравствуйте, мальчики и девочки! С вами снова комбо-брейкер. Вот, вот здесь вот написано. Меня зовут Кирилл Ерошкин, а вот это вот замечательный человек, который сидит по... вообще левую руку от меня, но... Относительно вас на правую. Да, это у нас Андрей Скачок. Прошу любить и жаловать. Здорово, ребятушки. Заглянул он к нам не просто так, потому что сегодня мы решили стримить Warface, а точнее у него же обновление вышло. Да, глобальное обновление. Глобальное обновление, которое называется Марс. Марс. Не атакует он или атакует? Нет, мы атакуем Марс. Мы атакуем Марс. Ну, точнее так, силы Blackwood атакуют Марс, а мы этому яростно сопротивляемся. Короче, в чем суть? Я еще тот игрок в мультиплеерные игры и шутеры, особенно когда дело касается клавиатуры и мыши. Еще на геймпаде я очень плохо, но худо-бедно, если никто этого не видит, то справляюсь. Поэтому сегодня я позвал Андрея, чтобы он мне помогал и вообще рассказывал, потому что про Warface я тоже не то чтобы много знаю, а надо бы. Вообще очень надо. Очень, вот, говорят, что очень надо. Поэтому сегодня будем учить матчасть вместе с Андреем. Так. Да, да, да. Буду тебя учить, так сказать, играть. Ты меня будешь яростно пытать, а я буду показывать свои немногочисленные, но все же скиллы в игры, в онлайновые шутеры на беспроводной маленькой мышке. Тут нам пишут уже, что шалом, дратути, здорово, всем друзья. Привет, короче. Там даже достяга, как тебе такое? Да, ладно. Прям есть такое секретное достижение. Как тебе такой Илон Маск? Ну, оно секретное, но оно, да, примерно так оно и звучит. Окей. Так, добрый день, господа, удачного стрима и хорошего настроения. Спасибо, Андрей Кудряшов. Спасибо, спасибо, спасибо вам. Спасибо. Так, ну, в общем, я пока буду... Ты, вернее, пока начинай. Вот так мы это сделаем. Ой. А я буду подсчитывать периодические комментарии, что там нам подписывают. Да, давай, давай. Собственно, начнем играть Марса. Это, как я уже... А, это я тебе рассказывал до стрима. Я думаю, часть наших зрителей знает, а часть нет. Марс — это уже сюжетное продолжение спецоперации «Восход», которая плавно перетекала из спецоперации «Припять», и которые вытекали из всех предыдущих спецопераций. В общем, все сложилось в такой большой клиффхенгер. Который, оказывается, еще и сюжетный. Конечно. Конечно, здесь большая такая сложная сюжетная линия и с такими неожиданными твистами, даже скажем так, которая вот уже тянется несколько лет, и за этим важно если следить. Ты впервые играешь в Warface, как я, имеет ли смысл начинать с ранних миссий, чтобы ознакомиться там с историей? Слушай, они все... Там будет вообще кто-нибудь? Да, там будут, там ты все-таки знакомишься с историей, собственно, самой команды Warface, ты знакомишься с тем, кто такие Blackwood, как они с друг другом постоянно соревнуются, как весь этот мир, так сказать, проходит сквозь пучину войны, и Warface яростно этому сопротивляется. А Blackwood — это наши такие злобные антагонисты, с которыми нам нужно сражаться. Вот, в принципе, если уж вы играете прям Warface впервые, то, я думаю, не обязательно прям начинать с Марса, но Марс такой самый классный, самый интересный, так что можно, наверное, начать с него. Но тут ну, уже давай, как бы выбор... Давай, безусловно. Будем смотреть, конечно же, Марс. Вот. Погнали. Кадабецкий Игорь просит, передайте мне привет. Привет тебе, Кадабецкий Игорь. Йоу, да, здорово, братан. Я, конечно, играть мы, конечно же, будем на интересном аккаунте. Что называется, мечта варфейсера. Не совсем вся, но модули у меня не открыты. Ну ничего, я думаю, мы справимся. Вот, буду брать себе штурмовика. Почему штурмовика? Потому что он для спецоперации такой самый... забавный, потому что стрелять придется очень много, врагов будет сотни буквально, и с пулеметиком проходить так максимально интересно. Но вообще, это мы будем играть на легком уровне сложности, поэтому нам, в принципе, не принципиально, какие будут классы, например, на сложном и на безумном, или как он полностью забыл, к сожалению, последний, профи. Там уже нужно прям грамотно подходить к составу команды, нужно уже играть там, лучше всего со своими друзьями, со клановцами и так далее, потому что без грамотной координационной работы пройти будет, ну вот прям нереально. То есть у нас здесь фактически ПВЕ? В плане. Ну то есть это не ПВП-арена, это ПВЕ, когда мы с командниками... Это рейд. Рейд. Вот окей. Скажем так, да, окей. Это рейд, тебе нужно пройти большую длинную миссию, отстреливаясь от противников, управляемых искусственным интеллектом. Вот, так что сейчас вот яростно варпимся. Комната найдена, и сейчас вот... Собственно, в чем тоже, те, кто не знает, расскажу. Дай на секундочку, я тут поправлю, пожалуйста. Просто поправить.
О, так. Разрешим. Да, конечно. Так, поправим мы немножечко, приберем звук игры, потому что он в целом здесь на самом деле, ну, не так важен. Mm-hmm. Будем честны. Держи обратно. Так. Ну все, игра начнется через 35 секунд. Ой, с нами прям потные ребята будут, так что... Так что все будет хорошо. Я думаю, они нас протащат. Без всяких проблем. Ну и в любом случае... Мы же на легком уровне, что тут тащить? Там все равно, там есть очень потные моменты, когда вот прям тяжело. Тяжело. Вот. Так что здесь вот придется приложить усилия, но ты сейчас увидишь, потому что там в определенные моменты прям надо яростно запотеть. И, короче, сейчас уже прям начинаем, сейчас все уже увидишь, что я буду тебе рассказывать, так сказать, лишний раз. Ну вот я знаю, я вижу по комментариям, что много народу уже тоже прошло. Так что вдруг что-то уже кидайте советики в чат. Не хватает игрока. Тут спрашивают, что за ключи, как это работает? Скажите, что нужно делать, чтобы получить подарки? Подарки любят все. Но мы, собственно, не говорили, что мы сегодня раздаем какие-то подарки, так что нет, никаких подарков у нас нет. Подарки — это лицезреть наши замечательные лица. Это счастье. Прохождение спецоперации. Это уже счастье. Warface Mars. Вот. Так что вот такие вот дела. Тут, конечно же, тоже говорят, какие сложные, типа, ничего сложного в этом нет, но мы приложим все усилия, чтобы для нас это было максимально, будем стараться. Максимально сложно. Просят передать привет Чечне, плиз. Чечня, здравствуйте. Привет. Да, так что всем привет. Так, ну что, полминуты осталось до начала, у нас команда сформировалась. Так, и что у нас, значит, один штурмовик — это я, снайпер есть хорошо, два инженера и один медик. Ну, в принципе, стак нормальный. Стак нормальный. Гражданин Мирный поменял класс на штурмовика. В двоечка будет так немножко попроще. В двоечка будет немножко попроще штурмовиков. Так что покатаемся. Но главное, чтобы был один медик, потому что без медика, если нас не будут резать, будет прям, конечно же, тяжелейшая ситуация. А у нас тем временем донат. Александр Скиф засылает нам 50 рублей. На что кушать, а то все без рекламы, без рекламы. Продался ты, значит, да? Продался. Сложно продаться самому себе. Вот это вот проблематично. Учитывая, что мы, если вы вдруг не в курсе, то часть Mail.ru, и поэтому вот тут как-то не складывается ребус ваш. Так, ну что, значит, сейчас начинаем. Собственно, начнется у нас все на Марсе. Играть будем мы, собственно, не за бойца, которым я только что был и показывал свой модный шмот, а будем играть мы за управляемого дистанционно робота Седа. Соответственно, будут совершенно другие правила игры. Правильно я понимаю, что класс здесь можно менять на ходу или это только перед началом операции? Это в спецоперации класс уже менять нельзя, его можно менять во время PvP-матчей, а в спецухе уже нельзя, поэтому я и акцентировал внимание, что нужно грамотно подобрать состав. Все, у нас тут есть два штурмовика, мед, инженер и снайпер. В принципе, нам должно этого хватить, чтобы мы угарнули, так сказать. Вот. Шмот не открыт, потому что админка. Да. Нам не до шмота. Нам бы повоевать. Сейчас повоюем. Просто. Как говорит отец Шимора, сейчас мы с тобой получим удовольствие. Вот так вот. Поиграем, получим удовольствие. Так, ну что. Прям совсем чуть-чуть. Что? Я свесь экран почти теперь. Это Александр Скиф. Радуется, что он у нас бегущей строкой на экране отображается. Ну вот, видишь. 50 рублей, а сколько радости. Ну что? Что у нас там Джо подзавис? Надо было, говорит, донатить с ником сайта своего. Но... Все в ваших руках. Все в ваших руках. Колонисты, пославшие сигнал СОС, окружены сетами Блэквуд. И ваши пожаловать. Добро пожаловать на Марс. Вот, собственно, вот наш бластер. У него пока что два режима стрельбы. Один это... Одиночными. Один это... Нет, это один это автомат. А второй это...
снайперская винтовка. Ваше оружие чертовски горячая штучка. Оно работает в нескольких режимах ведения огня, но может перегреться. А, ну то есть при режиме автомат прицеливаться нельзя, что ли? Нет, можно. Просто видишь, он немножко другой будет. А, все понял. Ну, Нео прям как истинный герой уже прям. Он не успевает оставить никакой работы. Летит вперед. Колонисты обнаружили жизнь на Марсе. Если марсианские бактерии Седриума попадут в руки Аберона, он развернет производство Седриума в неограниченном... Да, ты давай, задавай мне как вопросы, какие у тебя возникают. Я тебе буду прямо на них конкретно отвлекаться. Вот, на Марсе, соответственно, у нас пониженная гравитация. Это видно, летаем. Соответственно, мы высоко прыгаем. Да, высоко прыгаем. Так, пока переключимся на снайперку. Я, знаешь, я даже не успеваю выстрелить, потому что наши потные... Командники прям тащат. Вот, что еще важно. Боезапас у нас бесконечный, но пушка перегревает. Соответственно, этого допускать нельзя. Иначе придется утомительно ждать процесса охлаждения. Вот. Это может в определенный момент прям очень сильно так поджарить. Так что... Ты не думай, я тут не просто так не сижу. Я хочу... Давай. Интересно происходит. Так. Собственно, кто-то спрашивает, где отдача оружия? Как мы же играем за седов, у нас тем более на Марсе, поэтому у нас отдача оружия все не так тяжело, как должно быть на Земле. Ребята с нами уберски ловные, я даже не успеваю. Мне даже ничего не надо делать. Так. Есть ли какие-то попутные цели у нас? Или просто убей всех? У нас цель пока бежать. Нам нужно спасать колонистов. Вот они, так сказать, запрятались в своем марсоходе. И его атакуют, собственно, седы, управляемые силами Блэквуд. Соответственно, наша задача сейчас их здесь спасать. У нас сейчас... Я уже проходил эту спецоперацию. Ну, уже, собственно, неоднократно. Поэтому сейчас здесь будет такая засада. Что, восстание машин уже началось? Не началось еще восстание машин, но ситуация будет, безусловно, тяжелейшая. И главное, опять-таки, не допускать перегрева пушки. Особенно она быстро перегревается в снайперском режиме. Поэтому нужно быть максимально аккуратным. Тут буквально, видишь, смотри, вот... А, нет, хватило в этот раз на 5. Вот так вот. И все, бежим теперь дальше. Кстати, спасаем. На Марсе сейчас весна. Красиво, правда? Здесь есть кто, спрашивает Данил Рябышев? Да, мы здесь. Вы на нас даже смотрите, Данил. Марсоходы не могут двигаться с активированными щитами. Экипаж транспорта номер один отключил щит и поплатился за это. Столкните его с дороги, он блокирует продвижение всей колонны. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки разрешены. Мои коллеги из... Сделайте потише, пожалуйста, слишком громко. Так, ну сейчас у нас когда... Отлично, а, ну вот, кстати, тоже вариант. Лайфхак. Вот, Антей, наш первый мини-босс. Так, сейчас будем пытаться его... Стрелять нужно в красный огонек. На Марсе весна. Романтика. Да. А на улице у нас дождливое лето. Вот так, отходим. Сейчас нужно будет сбивать ракеты.
Имеются ли у нас какие-то спецприемы, какие-то необычные способности или что-то? Или мы можем только стрелять? Нет, мы можем стрелять. Здесь как бы нет деления на классы, потому что Сэд — это универсальная боевая единица. Поэтому он, в принципе, может делать все, ему никто, так сказать, лишний для этого не нужен. Вот, он, у него есть свой, свой космический дефибриллятор, которому можно дать разряд и оживить умершего соклановца, союзника, так сказать. Вот, мы прошли Антея, сейчас будет такая... Не, я про скорее про спецспособности, которые помогают тебе в бою, там, не знаю, подлететь в воздух на 50 метров и всех суперударом каким-нибудь. У нас, собственно, опять-таки, Сет такой, что он, в принципе, может и без этих способностей справиться со всеми боевыми задачами. Хорошо, а если это не Сет, то если какой-то другой персонаж, то у него будут какие-то. Или говорю, еще раз, здесь мы только можем стрелять. На Марсе мы стреляем, да. Только стреляем, да. Понял. Вот, все, собственно, мини, так сказать, босс нас раздавил. И у нас переход на вторую стадию. Мы. Вот здесь вот мы сидели в этих креслах и управляли, так сказать, седами дистанционно. И сейчас мы... нам нужно пробраться до следующего, собственно, да, до резервных седов для переподключения. Этим мы сейчас займемся на Земле. Здесь нам нужно будет прорваться через базу Blackwood. Кстати, хороший вопрос задает Руслан. А чего поменялось? Ну, Марс, ну, роботы. Расскажи нам, Андрей, что так изменилось. Это и поменялось. Совершенно, видишь, как бы игра ощущается по-другому. Плюс это плюс у нас же еще заготовлено несколько сюрпризов, которые обновлений, которые приурочены. То есть фактически Марсу. По большому счету изменения именно в плане истории, сеттинга. Да, это самая большая, это самая масштабная. Геймплейные изменений глобальных по сравнению с предыдущими. Глобальные изменения. Ну как? Ты опять-таки ты играешь за седов, у тебя нет деления раньше на классы. Раньше этого было нельзя делать. Нет, видишь, вот здесь вот уже 4 класса, так. Собственно, персонажей, а там деления на классы нет. Это у всех такая универсальная боевая единица. Поэтому здесь очень важно... Здесь очень важно. Сори, я пока отвлекся на добивание. Ищу пустую комнату для подключения. Есть 416 метров. Вам со мной очень повезло, Вегасе. Цените. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Ребята, вам нужна дверь справа. Проклятие, я не могу ее открыть. Придется идти обходным вот. Путем. Теперь у нас здесь такая тоже новиночка, это ловушечки, нужно их правильно успевать пробегать вовремя. Можно, конечно, и так пробежать, но они... видишь, но они бьются. Ну, понятно. На легком уровне сложности, в принципе, этим, так сказать, можно пренебречь, но в дальнейшем так, конечно, делать лучше не надо. Это опасно. Сейчас пойдут на нас пауки. Здоровье у нас автоматически не восстанавливается. В зависимости от твоего сета брони. То есть есть сеты брони, которые восстанавливают здоровье, а в остальном нет. Если у тебя такого сет, на тебе такой сет не надет, то будет тебе тяжело, и для этого, собственно, нужен уже медик, который будет вовремя подходить и тебя хилять. А, то есть аптечек тоже нет? Она есть только у медика. Вот угу. Седы, у них восстанавливается здоровье. А у наших ребят, собственно, земли нет. Правила так не работают. Соответственно, поэтому нужен... вот, подкинул немножко... У каждого, собственно, своя боевая задача. Штурмовик может делиться патронами со своей командой, медик очевидным образом лечить, инженер может быстрее дефьюзить и ставить бомбы и чинить броню, собственно, их сокомандников. А снайпер, ну, он снайпер, он стреляет. У него главное умение — это уничтожить противников на дальней дистанции и... Хедшоты вешать издалека. Да, да, да. Кирилл, как прошел эксперимент с чтением книги? Вчера будете повторять. А я думаю, будем. Как бы не самые лучшие результаты, но и не самые худшие. Поэтому я думаю, как минимум еще разок-другой попробуем, а там уже будет видно. По крайней мере, я думаю, что я дождусь Сашу, когда он придет из отпуска. Это уже будет буквально на следующей неделе. И мы попробуем провернуть еще трюк такой и посмотрим в динамике, в общем. Ну, я надеюсь, что мы будем продолжать. Я просто решил вести эксперименты на стримах. Вот вчера читал книжку. Да, я видел. Я видел. Кого ты читал, кстати? Я читал Паланика, что... «Уцелевший». Я что-то перепутал, думал, ты Пратчета читал. Не-не-не. Пратчета, кстати, это тоже интересная мысль. У него же тоже были какие-то короткие рассказы, помимо... Короткие, да. Вот, я думаю, что нужно переформатироваться на что-то короткое, чтобы успевать прочитывать за стрим.
что тогда будет интереснее, потому что получается, что мы остановились там даже не на середине вчера, а где-то там в начале, что-то мы там порядка 30 страниц прочитали. Вот. Ну и довольно странно это, конечно. То есть это либо нужно цикл стримов таких делать. Прям цикл стримов. Да, но я не уверен, что это будет кому-то интересно. Все-таки лучше укладываться в один раз. Вот как раз то, что я вынес, по крайней мере, для себя из... Оп, эксперимент. У нас доктор хиляется. Спрашивают, что за пулемет? Это новый пулемет Stoner MLG A1. В данный момент в комьюнити нашими Warface-блогерами считается лучшим PvE-пулеметом в игре. Собственно, лучшим пулеметом для спецопераций, потому что у него большой урон, хороший темп стрельбы, относительно неплохая точность. И, собственно, сам видишь, зарубы здесь очень мясные, народу очень, ну, как бы, приходится стрелять очень много, и поэтому лучше подбирать оружие для штурмовика, у которого максимальный боезапас, чтобы, так сказать, не отвлекаться ни на что. Не отвлекаться на долгие перезарядки, иначе может быть плохо все. И пауков главное не подпускать, потому что они взрываются. Ну, собственно, каждый, видишь, так. По-хорошему, каждый должен контролить свое направление. На высоких уровнях это особенно актуально. Сейчас мы, так можно сказать, халявим, просто пробегаем в ознакомительном режиме. А вот на уровне сложности повыше уже координация. Без координации, конечно, будет тяжело. Все живы? Найден маршрутизатор, через который идет трафик. Сканирую порты. Dark Planet пишет, что вчера уснул под это чтение книги. Супер рассказ. Ну, видишь, значит, уже неплохо. Значит, уже цель достигнута. Руслан продолжает задавать интересные вопросы. Собственно, чем отличается ваш шутер от других? Почему я должен выбрать Warface? Warface — это современная графика, это бесплатность, это огромное многообразие контента, это десяток PvP-режимов, это множество PvE-операций, это десяток спецопераций больших, в которых можно, вот, собственно, играть. Это рейтинговые матчи, это... Просто классный фри-ту-плей. Короче, мне кажется, главное, что нужно сказать, то, что ты уже произнес, но я подытожу, что он на уровне и при этом на халяву. Вот это собственно, вот, мне кажется... собственно, да. И плюс мы еще в прошлом году вышли на PlayStation 4 и Xbox One, так что если вы фанат геймпада, как я, можете... Ну, кроссплатформа есть? Нет, кроссплатформы, к сожалению, нет. Может быть, когда-нибудь мы до этого дойдем. Собственно, когда и Sony, и Microsoft окончательно договорятся там об общей мультиплатформе, вообще было бы, конечно, круто. Не, ну, может быть, есть кроссплатформа между там Windows и Xbox. Нет, там консольная версия пока еще немножечко... Отличается? Нет, она не то, что даже отличается, она сейчас по контенту немножко отстает. У нее нет еще пока спецоперации Mars. Потому что как только мы выпустили в прошлом году игру на консолях, мы выпустили не весь контент сразу, чтобы, знаешь, так сказать, пользователей на консолях не напугать слишком большим количеством контента, мы добавляли его постепенно. Собственно, в прошлом месяце мы добавили спецоперацию «Восход», которая была уже на компе. И вот сейчас нам до полного, так сказать, полного сета не хватает только спецоперации «Марс», которая будет уже вот скоро. Как раз сейчас занят ее портированием. Это реклама, спрашивает Эльдар Гусейнов. Нет, Эльдар, это не реклама. Это поддержка наших товарищей по цеху, наших ближайших, так сказать, коллег. Ближайших, соратников. Потому что на соседних этажах сидят. Да. Как пел незабвенный Илюша Лагутенко, это по любви. А, все, у меня тут патроны кончились, надо и себе подкинуть. Оп, все. Снова заблокированы все двери, кроме одной. Похоже, вас заманивают в ловушку. Все, патрончиков всем подкинул. Дайте мне минуту, я попытаюсь узнать больше. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Все, летим. Николай Степанов шутить изволит. Кирилл, спроси у Андрея, совершил ли Warface скачок.
с выходом этого дополнения. А, огромный, я бы сказал, даже квантовый скачок. Отвечает вам Андрей, скачок. Конечно. Так, вот сюда, видишь, сюда подходить не стоит, иначе придется умирать. А здесь вот такие, то, что называется, комнаты смерти. Здесь нужно сбивать защитный щит, и будет происходить опасное действие. А когда летний марафон, спрашивает Юрий Сталкер, ты понимаешь, о чем я говорю? Летний марафон, ну как, сейчас Армагеддон запущен, вот тебе и марафон. Тут как бы, собственно, одновременно с запуском спецоперации «Марс» мы запустили Battle Pass Армагеддон. Давай быстрее, мать ищи. А в чем заключается марафон? С ними не свежим. Это раньше были такие тематические ивенты на лето, когда нужно было выполнять... Я же... То есть некие баунти, за которые ты что-то получаешь? Да, это были, по сути, такие как задания для игроков, которые нужно было выполнять, чтобы зарабатывать всякие подарки. Ну, собственно, сейчас для этого есть боевой пропуск Армагеддон, за прохождение которого можно набрать много всяких классных вещей, включая новейшую бронечку Армагеддон, самую мощную в игре, и множество других классных пушечек, скинчиков и так далее. Две оружейных серии под это были запущены тематически. В общем, контент есть. Так, откуда? Так, все, разобрали. Вообще, я почти привык к этой маленькой беспроводной мышке. Даже начинает казаться, что это крутая игровая мышь. А спрашивают, ну хорошо, предположим, я скачал и начал играть. Как же мне лучше прокачиваться, по мнению разработчика? О, да, собственно, как... Ну, для начала нужно пройти обучение. Обучение тебе даст первичное понимание, о чем вообще игра. Вот смотри, вот в чем здесь была сейчас проблема. А, все, нужно пробегать, пробегаем. Все, я остался... Я остался один. Вот сейчас мне здесь главное не слиться. Иначе будет прям тяжело. Что спрашиваю, зачем Андрей занимается? Может, расскажет про внутреннюю кухню проекта, детали разработки, продвижение? А, детали разработки... Оп, сейчас... Оп, фух. Слушай, я думаю, давай я попробую немножечко поиграть. Давай я сейчас этот момент пройду. Разочек. А то можно, вот здесь вот сейчас очень опасно, можно... Ну ничего страшного, я думаю, мы сможем сначала начать. Ну да, ну давай уж как-то попробуем до конца. Да, то прошли, мало хп, да, хп у меня критически мало, но знаки возрождения есть. Сейчас допотеем. Да, все, знак возвращения есть. Здесь теперь главное продержаться. Так, контрольная точка. Фух, все. Вот, давай, вот теперь фигач. Или еще занят. Сейчас одну секунду. Давай. Бог. Давай. Потом почти. Давай. Да, давай, фигач. А ты пока как раз можешь рассказать про внутреннюю кухню. А что про внутреннюю кухню рассказать? Вот даже ну, расскажи, что интересно. Давайте, а вы задавайте вот какие-то конкретные вопросы, я вам. Ну, для начала ответьте, тебя спрашивают, а кем ты вообще работаешь? Я являюсь пиар-менеджером проекта Warface. В целом моя должность звучит как менеджер по работе с блогерами. То есть я преимущественно, собственно, занимаюсь пиаром.
но по работе не с традиционной прессой, а именно с упором на работу с видеоблогерами, с инстаграм-блогерами, со стримерами, собственно, всеми теми ребятами, которые создают видеоконтент. Вот такие вот дела. Ну, а теперь расскажи-ка нам про внутреннюю кухню проекта, что-нибудь интересное. Ну, что тебе рассказать? Этажом выше, на 11 этаже, собственно, сидит команда, которая портирует Warface на консоли. Как часто ты к ним заходишь? Вот меня и убили. Пробел? Да, использую знак возвращения, все нормально. Вот, на пятерочку. Вот, смотри, у инженерчика нашего слева патроны нужны, он их яростно просит. Жми пятерку. Да, и подкинь, бегай к нему, кидай ему патрончики. Оп. Ага, все, красава. А как вернуть это теперь? Единичка или Q. Слушай, ну Half-Life-то ты же играл? Нет. Нет? Шучу, играл, конечно. Ну вот, нажимаешь на Q и... Советую в режиме прицеливания, чувак. Нет, Spray and Pray здесь в этом плане с пулеметом это плохая идея. Лучше сконцентрируйся на огонь по турели, потому что она в данном случае больше всех гадит. Даня Шейдингер пишет, что вообще сложку прошел в соло. Это, конечно, ты не знаю, как это сделал, чувак, ты прям царь. Ну, у людей это не как у нас, а руки не кривые. Это правда. Играть умею. Так, патрончиков ребятам дай. Пятерочка. Да, все кидай. Кому? Снайпер. Вот. Все, он. Не нужны ему патроны. Он сейчас, может, оживет. А, нет, не оживет. Все понятно. Ну, теперь твоя задача не слиться. Отходи, прячься. Эти гады мне в глаза светят. Да, понятно. Ну, а ты как хотел. Так, пробел. А. Да. Все, прячься, 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 прячься. Оп. Единичка. Давай. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну чего? О, ура. Так, смотри, да, вот так вот. Стой, стой еще чуть дольше, чуть дальше за углом, чтобы тебя... Да, одна только турель была. Все, прячься. Во, к нам пришел паблик Warface Вуфейсян. Здорово, пацаны. Как ваши дела? Здравствуйте. Не, ты не туда воюешь, Кирилл. В смысле? Ты сейчас прям в сторону жестко стрелял. Вот видишь, у тебя, ты когда попадаешь, у тебя появляется крестик. Собственно... индикатор того, что попадаешь. Да, и вон сверху еще гранатометчики, будь аккуратен. У меня гранатометчик. Что? Так, давай, давай я тебе помогу. Чуть-чуть. Да нет, нет, подожди, нет, сам разберусь. Все нормально, давай. Не пальцем сделанные. Ну давай. Смотри, ну просто сверху гранатометчик, чувак, чувак, чувак. Вот, вот. Да, 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 да. Лучше. Все, я его убил. Их двое. Их двое. Еще один там. Еще один. Да, да, так, красава. Все. Теперь аккуратненько, аккуратненько. Патрончика все подкинь тоже. Пятерочка. И правой кнопочкой. Оп. Все. У нас как... Да, у нас тоже... Будь здоров. У нас тоже все хорошо. Видишь, так, в Марс кто? Игра... Кто? Какая? Да, вон, вон, вон. Все, все, все. Сейчас советую бежать уже. Здесь уже, по-моему, противников не должно быть. Беги налево. Да, вот сюда. На... А у нас тем временем донат. Пожалуйста, зачитай его. Как знал, что будет хохол и придется донатить, чтобы его выгнали. Это что называется? Это что называется алды тут. О, блин, вот эти чуваки, они щитоносец. Да, давай. Вот с ними нужно быть вообще. Да, я хотел убежать. Тебе нужно, нет, тебе лучше убивать в первую очередь щитоносцев. Здесь, да, по-моему, на легком нет ограничения по... А почему у меня... Что происходит? Они тебя сбивают с ног. Собственно, в чем и опасная механика. Они тебя сбивают с ног, и, соответственно... Нет, я могут... про то, что у меня... Почему у меня оружие сменилось, потому я его не что, менял. Потому что, когда ты падаешь, боец выхватывает... А, кончились. Все, понятно. Нет, боец выхватывает пистолет. Поэтому тебе важно успеть переключиться на пулемет. Какого черта-то, а? Так, все, вот он еще. Давай, поворачивай. Ага, давай. По ногам, по ногам. Ага. Все, красавец, тигр. Пробел. Все, встал. Красавец. На пулемет не забудь переключиться. Все, давай. Сбор. Скоро будет вот контрольная точка. Сейчас ребята оживут.
Вот и удивительно, я думал, что мы будем, как бы, ребята нас будут тащить, а мы по факту мы тащим ребят. Так, смотри, вот здесь сейчас аккуратно. Вот здесь сейчас нужно будет идти под прикрытием, справа смотри, вот здесь, да. Сейчас будет двигаться платформа, и тебе нужно будет смотреть на ту сторону, чтобы прикрываться от выстрелов. Здесь вот нужно быть прям осторожным. Да, красавец. На дальний... Вот, да, лучше сказать... Не, сконцентрируйся на турели. На турели, на турели, да. Здесь есть friendly fire? Нет. Это радует. В спецоперациях нет. Есть? В определенных режимах friendly fire есть. Я что-то скажу. Знаешь, так, по противников лучше не палить. Чтоб мозг умер от такого скилла. Патроны дай. Так, кому пятерочка. Всем кидай прям. Прям подкинь всем сразу, лишним не будет. Так, а что они убегают от меня? Ну, бегут к следующей точке. Все, опять. И обратная. Оп. Нет, смотри, у тебя противники, ты, чтобы тебе проще было, на легком они выделяются красным контуром. Не-не, я в нем показал, что там турель. Смотри, на дальней дистанции с пулеметом вообще не с, и с этим прицелом еще стандартным, он не самый классный. А советую лучше там по два, по три патрона стрелять. То есть ты сразу видишь, как у тебя такими, да, отсечками. У тебя сразу точность, во-первых, повысится. Вот, во-вторых, будет как-то проще. Вот, видишь, у тебя сразу пошли серии убийств. Все, беги, 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 беги. Тебя газ настигает ядовитый. Если бы не топ-снаряга, вы были бы бесполезны. Это тебе говорят, не мне. Ты вообще не спорю. Я же сразу предупредил, что я тот еще. По турели лучше стреляй. Ага, все, красавец. Мультиплеерные. Особенно, когда речь заходит. Вот еще одна турель. По ней. А вот, что, вот, вот. Патроны кончились? Да. Пятерочка. Давай, пятерочка. Правую кнопочку себе и с соратниками поделись. Видишь, всем патроны нужны. Кидай. Оп. Давай. И вперед еще чуваку. Нет, он, видишь, вот он выделяется иконкой, что ему нужны патроны. Вот сейчас здесь будет потно. Все. А что, ему ждали, что ли? Все, переключайся на пулемет. Сейчас будут седы. Они откуда? Вот, да, давай. Прицеливание лучше в голову. Ну, по возможности. Все, сейчас будут его резать. Перезаряжайся пока. Конечно, ты играешь только на клаве без мышки. Помнишь, вообще раньше было... Вот мы с тобой оба старые люди. Так. Помнишь, вообще раньше было такое в ПК-гейминге понятие, как тракторист? Нет? Я никогда не был ПК-геймером. Вот в чем проблема. В общем, в среде старых квакеров, которые вот еще играли там в первый Quake, во времена его расцвета, так сказать, был такой термин, который назывался тракторист. У меня интернет появился, знаешь, в каком году? Перезаряжайся. В 2005, по-моему. Ну тогда, короче, ты не олд. В плане мультиплееров точно нет. Ну, смотри, давайте сейчас тебе немножко расскажу. Был такой в 90-х термин, который назывался тракторист. Так называли игроков в... Ты долго там тупил, я тебя просто игра автоматически перенесла. Так назывались игроки, которые играли на ПК в Quake, но тогда же еще даже мышки не были распространены. И были игроки, которые играли в кваку полностью на клавиатуре. То есть они ходили на VASD, пробел, а прицеливание осуществлялось с помощью нумпада. То есть типа 8-2 там вверх-вниз, ну собственно, логика понятна. Пипец как удобно. Все, давай.
Вот здесь уже все. Смотри, снайперского режима лучше всего целиться в голову. И опять-таки не зажимай. Он, иначе он перегреется и будет тяжело. Есть пульт ручного управления транспортным кораблем. Это наш единственный шанс эвакуировать выживших. Отправьте их домой и отключайтесь. О, вот видишь, сразу и отлетел. Так. Шифтом можешь спринтить. Да, это я знаю. Ага. Не-не-не, все, он. Как только у него контур пропал, его уже, считай, сбили. Видишь, тут ребята уже сами жесткие, они. Давай, ты фигач, красавец. Красавец. Так, давай, еще одного. Не, не смог. Так бы у тебя было бы мозголом. Так, все, аккуратно. Так, ну давай, давай, давай. Давай, все, беги. Ну, тут там уже ребята, пока ты добежишь, ребята домашнят. Окей. На единичку, собственно, да, нажимаешь, переключишься на автомат. На автоматический режим стрельбы. Тут мне пока вроде и со снайперочкой неплохо. А у тебя сейчас как раз будет серия боев таких. Close. Close, да, close. Пасхалку чекать, да бог уж с пасхалкой. Ее тут не факт, что этот... Компьютерный терминал здесь работает в Офисян. Мне вообще нравится, что раньше работал игровым журналистом. Вот Артём Буданов про это вспомнил и спрашивает, во что поиграть на 3DS в наше время. Во все, что выходило до этого времени. А я уже и не помню, я уже очень давно на 3DS, кстати, не играл. В Зельды, во всей Зельды поиграй. Ну, в принципе, да. Блэквуд так и не удалось получить живые Седрус. Там шанс 13%, да. Так, если в 3D, на 3DS, то великолепно, я прям получил огромное удовольствие, играя в Резик Revelations первый. Первый классный, да. Очень хорошо. Для своего времени он прям прорывает. Да, именно вот в том, что я прям кайфовал там от 3D, потому что обычно я не чувствую это 3D, я перестаю его замечать через 2 минуты. И вообще не понимаю, в 3D, но сейчас не в 3D, нужно прям мне специально проверять, там, значит, снимать очки, если это в очках там в кино, или выключать этот 3D, если это был 3DS. Вот именно ты, в... Вот, братан, ты прям зажимаешь. Видишь, ну вот ты когда зажимаешь, у тебя пушка перегревается, и очень долго идет процесс перезарядки. Так что в этом плане поаккуратней. Короче, вот в Revelations у меня единственная игра, в которой я прям ощутил 3D-шечку всем телом. И кайфовал от этого. Вон, вообще, видишь, мы тут картошечку выращиваем в теплицах. О, так это ж марсианин, здравствуйте. Чем сдабривают местную картошечку? Чем положено? Удобрениями, да. Ну, типа, все как по книге «Марсианин». Я к тому, что теми самыми. Ну, кто знает. Колонисты хотели провести эксперимент по терраформированию Марса. Если не говном, это не труд. Ну, слушай, вот посмотри на эту базу «Оазис-4». Я думаю, тут уже придумали что-то другое, чтобы не обязательно, так сказать, отходами жизнедеятельности. Все, бежим. Сейчас здесь будет еще один мини-босс. Не-не-не. Ему нужно стрелять в лампочку, которая у него в голове. Да. Вот, слышишь, у тебя звуки, которые фиксируют попадание. Пошли. Аккуратно ты... Все, прячься. Интересный снайперки его не эффективнее будет мочить? Сейчас нет, смотри. Он сейчас, из него сейчас будут вылетать вот, да, ракеты. Их нужно сбивать. Так. Ну, здесь ребята, видишь, потные. Они уже сами за тебя все сбили. Аккурат, с той стороны еще нас, видишь, у тебя на радаре вот отображаются. А, о, здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Все, из другой стороны. Оп. Ну, они еще с другой стороны. Знак воскрешения. Окей, так. Сзади, 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 сзади. Все, их нет. Все. Все, беги к контрольной точке. А все, всех завалили без меня. Угу. Классно. Нравится. Все, контрольная точечка. Супа. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Ребята, развлекаются. Так, а ты сейчас в снайперском режиме? А, нет. Так, нормальном. Внимание. Здесь 5 коридоров. Каждый идет в свой.
Вот, вот здесь вот новая механика. У каждого свой коридор. Ну, можно, конечно, вдвоем пойти в одну комнату или вообще всем вместе. Но тогда есть риск не получить важный модуль для бластера. Иди, иди, нормально. Вот те ниже еще. Не иди с ним. Не иди еще ниже, вниз. Вот, да, сюда. Угу. Каждому в свою комнату, чтобы там забрать модуль, который даст третий режим Е. Который даст третий режим для пушки. Очень важный. Угу. Так, ты зажал? Да. Да, угу. Все, сейчас. Вот, все, давай. Да я тоже поиграю. Ну, сейчас, да, чуть-чуть. Я уже вижу, что просит тебя дать управление. Сейчас, не переживайте. Я надолго его не заберу. Беги там. Сейчас еще будут. Что они говорят, как скучно? Вот турель. Да, сверху. Все, аккуратно. Кто? А. Видишь, что слева такие обманывающие голограммы, будто мы... Вот, да, будто у нас зима, тут мы вообще не на Марсе. Да, очень сложно, легко припутать. Кто-то уже добежал до модуля, а вон кто-то и слился. Давай, все, беги. Нормально. Супер. Вот. Твой заслуженный модуль Е. Все. Это прям... Может... Ну, короче, да, лучше... А, во, давай. Кайф. Нормально? Так. Все, открывай. А, зажать. Да? Зажать. Да. Все, красавец. Теперь наверх. Да. Бежим, бежим, бежим. А, соответственно, если вы вдвоем придете в одно и то же место, то тот один. Значит, вниз перепутал. Возьмем, простите, сорян, барян. Да, то есть можно, ну как бы опять-таки это на легком, мы еще, видишь, ты, мы прям жестко ракуем, и все нормально. Вот, сейчас здесь будет мини-босс, которым модуль этот очень понадобится. Вот, да, можно на высоких уровнях сложности ломиться хоть всем вместе в одну комнату, но у вас тогда будет один модуль на всех, и пройти тогда, конечно, будет очень затруднительно. Прям очень затруднительно. Колонисты спасены. Миссия выполнена. Отключаемся, ребята. Но не расслабляйтесь, нам еще нужно покинуть остров. Как меня слышно, бойцы? Отставить отключение. Есть новые вот, фонды. Все, колонисты забрались на корабль и улетают. А у нас задача уничтожить эту базу на Марсе. Вот так вот. Поговори мне тут, капрал. Бега 5, выполняйте приказ. Так, что, откуда появится босс? Сейчас они... Вот он. В лампочку давай прям. Переключайся обратно на... Короче, здесь важно переключаться как раз быстро между бластером и... Я его так называю, опять-таки, извините, по старой квакерской привычке, я его называю рельсой. Нет, на... Да. Ну, это ты переключился опять на снайперский. Вот. Да что ты будешь? А что он просто так медленно делает? Ну, конечно, он же переключает режим стрельбы. С нас сзади атакуют еще. Пусть ребята забираются антеем, ты, да, займись. Да ёк! Перный, давай, переключайся. Вот, все, красавец. Аккуратно, просто сейчас перегреется. Все, дай немножко покадашить. В лампочку. Это ты зря так исполняешь, конечно. Ну ладно. Отходи. Нет, убегай из... Вот. Ну, я думаю, если к нему подбежать, он не будет в себя же стрелять. Нет, здесь зона электрического поражения. А-а-а. А вот тебя оживил, чувак. Все.
Давай. Добивай роботов. А чё я так медленно двигаюсь? Потому что ты в режиме прицеливания. Ну, окей. Да, запрыгивай! Обратно, все. Нет, не сюда, обратно, обратно. Да, 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 красава. А, сдался. Я пошел на поводу у масс. Ладно, сейчас затащим. Мы уж почти в финале. Так что... У нас осталось... Что, у нас двое осталось? О, блин, если нас осталось сейчас двое, то будет тяжело. Так. Ну вот я чувствую, здесь мы сейчас и сольемся. В группе Warface написано, я же не от балды спрашиваю. Ну вот где написано, там и спрашивайте. Что-то вас там где-то обманули. Да ёлы палы. Паук охлаждает модули питания лазеров. Уничтожьте их. Мы в гордом одиночестве остались? Ну, мы остались вдвоем, как в песне СБПЧ. Вот мы остались вдвоем. Вот мы остались вдвоем. Так. А вон и Сэда еще подтягивается. Потрясающе. Ситуация... тяжелейшая. Так. Ну вот и вам также тогда дизлайк, отписка, идите лесом. Роман, но... Ну, во-первых, в таком случае, до свидания. Во-вторых, я вам конкретно ничего не обещал. Я вам сразу сказал всю правду матку. Я поэтому говорю, что там, где вам пообещали, ну туда и идите. Я тут при чем? По-моему, кто-то что-то пообещал, а ко мне претензии. Я вообще не по делах. Я прохожу... Блин, я... А, он вообще умер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Рельсу, говорят, включи. Рельсу включи. Да. Спасибо, что напомнили. У нас же есть самый... У нас же есть самый мощный модуль. Давай. Так. Ничего, затащим. Даже в одно жало. Это теперь принцип. Тем более, знаки воскрешения бесконечны у меня. Ясно, говорит, понятно все с вами. Да? А с нами-то что понятно? Не, ну с нами-то в целом всегда все понятно. Так. Радует меня глупость человеческая. Я с тобой разберусь. Тебе пишут, сиди на месте. Сиди. Чё ты тут бегаешь? На месте сиди. Не хочу, не хочу. Ну, вообще, можно и на месте, конечно, сидеть. То есть он рано или поздно модули к нам повернутся. Вот я прислушаюсь, я побуду немножко. Евгений Перминов, который говорит, сиди на месте, тут же пишет, что я один прошел. Нет, человек-специалист. Нет, в том, что наши пользователи это и в одиночку проходят, я не подвергаю ни малейшему сомнению. У нас очень скилловые ребята в этом плане. Тут вообще базару ноль. А Роман Нов добавляет, что понятно, что вы не одупляете даже, что модуль надо поставить. Я совсем не Да ладно, опасно, не опасно. Знаки воскрешения уже. Я уж похалявлю, извините, пожалуйста. Стреляйте по модулям питания лазеров. Так, скоро они до нас все-таки повернутся. Пока, как говорится, на... Оп. Давай, 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 поворачивайся. Фиг
Нифига себе, она еще шевелится. Ну конечно, ты так думаешь. Что ж ты думаешь, мы здесь все просто так? Ты же видишь, какая здоровенная махина, которую нужно победить. О, бля. Нет, сиди на месте. Не слушай ее, она тебя плохого научит. Так, давай. Оп. Бежим, 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 бежим. Не, она плохому не научит, она хорошая. Не успеваю выстрелить. Да и... Сам себе глупость сделал. Побежал под лазер зачем? Думал, успею перебежать, но не успел. Так, бежим, 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 бежим. А с другой стороны, можно, конечно, переждать. Пока он опять повернется боком. Так, а второй товарищ у нас тоже все уже издох. Он, да, но он, я вижу, что он не отключается, потому что он уже знает, что я в любом случае дотащу спецуху до конца. И он хочет получить свои награды. А-а-а. В принципе, заслуженно. Ничего не имею против. Блин, ну вот. Ладно, просто подожду, пока повернется до нас. Так будет проще. Вот она уж прям с другой стороны. Так, чуть-чуть осталось. Включаем третий модуль, самый мощный. Прибыли новые блестящие седы. Лазеры! Как скажешь, красавица. Тебе продолжают вспоминать про модуль. Так я с чем? Не знаю. Беги в обратку. Так. Ломайте резервные модули. А, нужно уже... Ну, ладно, уж дождемся. Дождемся. Опять хитрим. Хотя немножко перебегу, чтобы здоровье восстановилось. Так ты мог просидеть же за эту штуку, тебе бы не тронуло. А, нет, здесь электрическое поле. А-а-а. Соответственно, здесь вообще по-хорошему... А-а-а, да. Да, я же тебе говорю, видишь, все не так просто, как кажется. Да это просто тишка-паук. Эти модули последние. Больше никаких лазеров. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас вот здесь вот только нужно не гуфнуться, как говорится. Помнишь вообще, что значит выражение гуфнуться? Убийца. А почему так возникло, помнишь? Нет. Ну, от гуфи, видимо. Нет, от гуфа. А, все понятно. Смотри, репаюсь и оживляюсь. Ну ладно, хитрю, хитрю, хитрю. Где там резервный? А, он пробежал. Твою дивизию. Я так бежал к модулю, а он по факту... А он по факту, он по факту. Вот такой вот... Да что ж такое, что я застрял? Больше лазеров, хороших и разных. Хороших и разных. Ломайте резервные модули! А что ты недоотстреляешь-то вот это вот? Она с другой стороны. Ты видишь, она все время повернута ко мне. Я думал, что я бегу к ней, а оказалось, я ее перебежал больше, чем нужно. Поэтому здесь два варианта. Либо сейчас гнаться за ней, что достаточно затруднительно. Либо подождать, ну давай уже подождем. Либо подождем. Давай подождем. Конечно, тут просто ездят лазеры все время. Я не успеваю восстановить здоровье. Но вот он, модуль почти. Вот он, вот он, вот он. Вот он, родимый. Немножко. Обнаружена пехота противника. Да ёлы-палы. Будьте осторожны.
Ничего, ничего. Так, и он уезжает. Опять уехал куда-то? Почему? Нет, вот он, вот он, вот он поворачивается. Все, теперь уже не убежит. Все, ура. Все, с лазерами покончено. Твой ход, насекомое, удиви нас. Ну и все. Мы справились. Смотрим, как он сейчас красиво будет помирать. Ребята, у меня галлюцинации, я скачка вижу. У меня тоже эти глюки. Мы с тобой не одиноки, чувак. Я тоже его вижу. Вообще стали редко меня в гости звать. Вот так вот я вам скажу. Уже не все. Так, почти все. Все, вот теперь точно. А, вот и. Вот наш боец пожил. Ну что, Кирилл, смог бы сам пройти? Немаловероятно. А на консоли? На консоли возможно. Не знаю. В отличие от всех, кто говорит, что в шутеры на консолях играть нельзя, я считаю ровно обратное. Мне абсолютно неудобно играть на клавиатуре с мышкой. При этом я в целом и на геймпаде, конечно, играю довольно посредственно, потому что я просто не очень, мягко скажем, много играю в шутеры в принципе. Все. Но как-то на геймпаде ядерная ракета взлетает и уничтожает базу на Марсе. И вместе с ней погибает и наш Сет. Колонисты покидают поверхность Марса. То есть это конец миссии? Да, 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 все. Прорвались. Прорвались. И дальше вот наступает такой клиффхенгер. Я такой, опа, это кто? Пум. Все. Вот так. Прошли. Превозмогли, так сказать. Прорвались. Ох, и пропотели. С нами боец 133-897-60. Все. Вот так вот. 193 убийства, 54 попадания в голову, очень много урона, помощь команде. А сколько смертей? Смерти 13. В отличие от нашего сокомандника, у которого всего 4. Он халявил. Он не использовал знаки возвращения. А я использовал. Так надо было. Так. Что ж, на этом, я думаю, мы сделаем, дай мне разреши, сделаем вот так. И будем говорить, что за сим. За сим, подожди. Нет? Как, а ну переключи обратно, сейчас посмотрим, что нам, какая нам награда. Ну давай. Нам награда за прохождение Марса, давай. У тебя, ну на легком, конечно, особую награду не получим, но всякое может получиться. И випка и сайга арес на 6 часов. Ну... Что ж. Что значит на 6 часов? Это на 6 часов. Ну, собственно, тебе дается теперь вот такой вот дробовичок для... В течение 6 часов я могу его использовать? Да. А что с ним будет произойти через 6 часов? Закончится. А, и не будет у меня больше саги? Да. Понятно. Ну, собственно... А что нужно будет сделать, чтобы ее вернуть? Открыть в поставщиках, либо выбить спецоперации, либо купить на торговой площадке. А так, чтобы застолбить ее навсегда за мной, это нельзя сделать? Можно. Можно. За прохождение спецоперации у тебя с определенным шансом она может выпасть навсегда. А. Ну и, собственно, да. Либо участвовать в акциях, как-то ее получить, либо, опять-таки, тоже можно на торговой площадке купить. Оп, потеряно соединение с сервером. А, давай мы... Такое тоже бывает. Вообще, ты заметил, что... Вчера ж, по-моему, были какие-то новости вообще, что глобально по всему миру интернет как-то работал с перебоями. У меня вчера вечером он вообще почти не работал. Вот, так что все как-то странно. Как-то да. Странно. Вот, ну что, что ты меня хотел спросить? Что, да я даже не знаю. Когда вместе в рейд пойдем? Ну, как у тебя же Xbox есть? Да, конечно. Вот как, значит, как выйдет на консолях, ради бога, проведу тебя, кстати, с удовольствием. Да, договорились.
Ну что ж, а на этом на сегодня все. И хочется сказать вам до новых... Хороших. Хреновых. Я знаю. Я тут стримил, когда тебя еще тут... Поймини! Пешко, вот такой подстох. Так вот так. В общем, встреч в прямом эфире. Не скучайте. Всем пока. Пока-пока-пока, ребят.